Игрушки из стекла, пластмассы, папье-маше, ваты, картонажи из прессованных опилок 60-80-х годов прошлого века. Ими украшали на Новый год елки в своих квартирах наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Часть из этих игрушек подарили музею жители нашего города. Всех их можно увидеть на новой выставке «Тихо, сказка входит в дом». Помимо изделий советского периода, есть в экспозиции современные украшения. Например, стеклянные шары, расписанные вручную мастерами фабрики «Ариэль». Такие шары – большая редкость, поэтому и хранятся в отдельном стенде. Чем ценные экспонаты именно нашего музея, нашей коллекции? Тем, что сделаны они были до 2000 года. То есть это как раз период только становления этой фабрики, только открытия. Мастера еще только набирали опыт выдувания. Тогда достать эти шары себе домой было большой удачей. Шли они в основном на экспорт. Сейчас продукция фабрики стала более доступной. Появилось много шаров с декоративным орнаментом и стеклянных игрушек. Они, кстати, украшают центральную елку в экспозиции. Но именно такие шары с ручной росписью больше практически не делают. Вместе с игрушками «Ариэль» на елку повесили фигурки, сделанные в мастерской Мариинского театра. Совершенно небольшая мастерская, в которой делают разные украшения, сувениры, игрушки из тех материалов, которые остаются от бутафории, который поставляет, скажем так, бутафорный цех, костюмочные, пошивные мастерские. И из вот небольших так остатков, скажем так, мастерят фигурки героев, которые участвуют в спектаклях. Елка в музее не одна, их несколько разного размера. На еще одной большой елке советского периода висят советские игрушки. А рядом стенд с еще одним подарком жителей города-музея – миниатюрной новогодней елочкой. В прошлом году нам принесли украшения малютки, сделанные из стекла и из пластмассы. Есть миниатюрный Дед Мороз, наверное, самый маленький в нашей экспозиции. Он всего 1,5-2 сантиметра, самый небольшой. И вот игрушки стеклянные, которые украшают эти маленькие елочки. О каждой игрушке Ольга Позднякова говорит с любовью. Ее рассказы о том, как в Россию пришла традиция отмечать Новый год, как раньше украшали елку, и когда подарки детям начал разносить Дедушка Мороз, можно послушать на экскурсии. Но нужна предварительная запись по телефону 6-64-94. Выставка «Тихо, сказка входит в дом» будет работать в Музее народной игрушки до 31 января, без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.